перед просмотром видео хочу сказать, чтобы вы не забывали ставить лайки, подписываться на канал. И как только наберется 15 лайков, я выпущу новое видео. Все, приятного просмотра. Всем привет, с вами Влад, и наконец-то мое новое видео спустя хуй знает сколько времени. Чем вы ржете, мне стыдно, да, я давно видос не снимал. Я себя снимаю, подожди еще. Короче, это влог Николаев будет. Поехали. Вот пока мы находимся на квартире у Димы, собираемся. Сука! Ах ты, сука! Пульт твои баллы не видно. Если кому-то надо будет, я инстаграм оставлю в описании. Да. На вот этой вот тарантайке мы будем ехать в Николаев. Пиздец. Не забывай этого. Что тебя там кумарит? Музыка, блядь, их. Привет, Владуша. Приветик. А куда мы всем едем? Всем хейтерам пиз, сука. Сосите, хейтеры. Все, кто поставит дизлайк, те пидорасы. Правильно? А, это что, выйдет в сеть, блядь? Это выйдет в Ютуб, Настя. О, май гад. Где телефон? Что ты можешь сказать свое оправдание? Нет, я заебался ехать, нас только что мусора остановили, блядь. Да, я хотел снять мусоров, но что-то я проебался. Но и подумал, что лучше не надо, а то проблем будет больше. Да. No. Это мой. Ты что прячешься? Твой парень не хочет во влогах сниматься. Он просто додик мой. Короче, приехали уже в Николаев наконец-то теперь. Как обычно, страсти. Чехол, который ты подарил. Квартиры придет. Ты это увидел, да? Зайдем в квартиру. Я уебалась. Зарядим телефоны и пойдем. И вообще, Влад лох. Ладно. Но это мы не ставим, конечно. Он пидорас. Только сердечки. Как тут. Как ты, короче, подставим. Короче, заехали мы уже в хату. Я сяду на носочках, потому что Влад сильно большой. Да. Покажи, покажи. Это не шоколад. Ром. Настя. Рома. Ну да, еще пизда. А то не пизда, то жопа. Тогда сигареты, блядь. Ром, ты не хочешь? Что? Хочу. Небольшой рум-тур. Это все, уже... все. Это все, что есть. Давно не снимает, как Ром. Просто такой. Это рум-тур. Анбоксинг. Блядь. Ебать. Дайте зажигалку. Ну, это, как всегда, небольшой обзор туалета. Ёбаный рот. Классно, меня закрыли в туалете. А, еще и без света. Вообще четко. Причем, первое, что у нас идет на распитие, это яги. Почему Настя? Морда, смотри. По чуть-чуть разбили себе. Да, я снимаю штаны. Не стираю. Как обычно в вакханалии происходит. Да, надо выйти быстренько. У меня чисто уже? Нет. Да. О, Рома раздевается. Рома как ребенок такой, знаете, обиженный сидит. Не смотри на писюльку, не смотри на писюльку. Я по штанику как долбалек. У меня чисто. Да, нет. У меня чисто. На. Камеру вырубай нахуй. Смотрите на Рому. Села на лицо. А, да. Дубров, я топ-контент сейчас. Да, реально, тупо чисто, это такой как. Я не Дубров. А, ладно, штепс, настали. Первая рюмочка пошла уже. Фу, она не зашла, если честно. Итак, переход, как у Моргенштерна. Короче, залетели тут. В кафе, нули, я не знаю, это кафе или не кафе. Это ресторан, можно сказать. Что-то типа ресторана. Ты же нет полной кухни. Что-то типа ресторана. Подними, не знаю, тут так культурно все.
Короче, не знаю, люди будут пиздить, что у меня фонарик горит, но мне похуй. Уже немножко перекусили и выпили пару шотов. Настя уже паки тыкает. Настя уже пьяная, напилась, паки тыкает. Кофе и сок. Напилась, а все, она шутит, она напилась. Тупо сразу видно, парень и девушка. Оба тыкают мне паки. Продолжение банкета. Выпили еще, короче, по два шота. Тут одесик видно. Рома уже накрыла, Рома в говно сидит. Это вечно, блядь, не вставляющийся. Никогда его не вставляет. И Настя уже пьяная. Хоть и ничего не выпила. Я решил вам хоть один шот снять, потому что я никакой не снимал. Давай. Чудо у меня полночи забирало одеяло. Следующий идем. Вот с этим чудом у нас был секс вообще ночью. Он меня обнимал. Что ты ржешь? Посмотри в камеру. А вот это чудо обижается на Рому, потому что он меня полночи обнимал. Владу шалох. Нет. Да. Дима пидор. Дайте перфель, дайте и бутылку егеря. 9 утра, уже все подорвались, уже готовы. Подорвались еще все. Ну подорвались еще все 8, конечно, но там уже пельмени варят. Ебать, мне ж в руку что-то от того. Второй поехал, блядь. Так хватит, пожалуйста. Не видно ничего. Почему мы остановились в комментариях, тот, блядь, молодец, нахуй. Покури траву. Пиздец. Мы остановились, потому что красивое поле, и Рома захотел его обоссать. Ну, ёбаный стыд. Ну, дебил. Иди уже обсыкай быстрее. Нам надо догнать еще двух инвалидов. Bitch, I'm Danny Mackett.
Если нас снимают на посту, я буду проклинать только его. Он дальше пошел. Смотрите на этого додика. Блин, это надо было снять. Я вроде это снял. Но я не уверен. Я как еще вам. Короче, стопанули нас мусора. Пиздец, Дима походу. Уже третий раз. А, нет, второй. Дима там походу алкотестер, что-то дует. Хуй. На секундочку, мы в 2 часа ночи. В 3 часа ночи легли спать. Да. Мы, походу, превысили скорость. Хуй начальнику на него, да, чтоб штаба не было. Блядь, я постоянно сюда смотрю, нахуй, я не могу нормально снимать. Чтоб хуже не было. Походу, ему сказали, что я снимаю. Попали вот дерьмо. А нахуй где летел? А сколько штраф? Сколько превышение или сколько штраф? Да. Превышение штраф. Штраф 260. Превышение. Вот тебе руки трясутся, ты дул? Так холодно. Ты дул? Вовка, волка дай-ка. А? Ну? Нет. А что, блядь? А что ты там сосал в натуре кому-то? Что ты нанимался туда, блядь? Да я смотрел сертификаты. Это есть. Короче, там рука могу. Всё, блядь. Ёбаный рот. 260 гривен всего лишь? Ой, блядь, я ещё и зажигал на минуту, чё долбоёб. 260 гривен всего лишь? Да. И типа надо... Штраф в двойном размере. Нет, тут не идёт двойной. Дубак, ты свой штраф надал? Я только что читал, идёт. Ну, они мне только что объясняли. Есть салфетка?